Здорово, товарищи. С вами Дану Рамдан. Мы играем Киберпанк 2077. Быстрая это твоя знакомая. Неплохо. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Колбаса зеленая. Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лема? Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь. И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? Тебя усыновили хорошие люди. Они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил. Я понимаю, умер твой друг. Но это не оправдание. Он совсем мелкий. Да пошли вы нахер. Что ты сказал? Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Весь в своего папашу пошел. Вы поняли, он несет какой-то вред, по-моему. Дядька взрослый. Не смейте так говорить про моего папу! А ты что думал? Я не знаю, гаденыш! Что твой отец пустил себе пулю в лоб, когда ферма разорилась? Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца, ты, гондон! Ты врешь, перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь! Что с тобой происходит, Энрис? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лема? Ну, она болела. Все время сидела в панцире, не ела. И я хотел помочь. То есть у него учитель такой токсик. Гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? Тебя усыновили хорошие люди. Они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил. Сейчас узнаем. Я понимаю. Умер твой друг. Но это не оправдание. Да пошли вы нахер. Что ты сказал? Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Весь в своего папашу пошел. Блин, он такой дурак. Что это за хрень? Какая-то маска, какой-то противогаз. Помню, все газеты писали про эту стрельбу. Мы ее разбирали в академии. Погоди-ка, я проверю, что это была за школа. Лагуна Бенд. Похоже, в 50-е весь город затопило. Ну, зато мы теперь примерно знаем, где жил Харрис. Ну, тут все ясно. В этом ужасном противогазе.
Где? Я не вижу ни черта. Старый кубок. В 2042 году они заняли первое место в соревнованиях по рестлингу между школами. Не смейте так говорить про моего папу! А ты что думал? Я не знаю, гаденыш, что твой отец пустил себе пулю в лоб, когда ферма разорилась. Заткнись, заткнись! Не смей даже упоминать моего отца, ты, гандон! Ты врешь, перестань! Она была больная и слабая! Я просто хотел помочь! Происходит, Энтони. Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь, Джиамы не выживет. Что с тобой происходит, Энтони? Мне придется об этом рассказать. Ты же понимаешь? Так нельзя себя вести. Энтони, зачем ты убил черепаху Лева? Ну, она болела, все время сидела в панцире, не ела, и я хотел помочь. И вколол ей гормон роста? Как ты до этого додумался? У отца, что ли, научился? По теплу нет ничего. Тебя усыновили хорошие люди, они в тебя поверили. И вот как ты им отплатил. Я понимаю, умер твой друг. Но это не оправдание. Да пошли вы нахер! Что ты сказал? Ну все, хватит. Я сегодня расскажу директору и твоим новым родителям тоже. Звуковым будет садиться. Весь своего папашу пошел. Ладно. Следующая часть только это есть, говорят. Ну, второй сон. Иду! Тони, иди сюда! Что, пап? Ты ничего не забыл? Тебя спрашиваю. Я не знаю. Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного? Что, слишком низкий? Ты должен был проверить перед школой. Чё в своё оправдание скажешь? Эта корова умрёт из-за тебя. Убьёшь её так же, как мать убил. Пап, прости меня. Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны. И выключи уже этот идиотский мультик. Я тебе сколько раз говорил не оставлять его. Я полдня пытался выключить эту херню. Тут много зацепок. Чего? Вы видели девушку? А ее там не было. А, это как раз тот мультик, что ему что мы ему показывали. Пойманному маньяку. О, тот самый мультик. Малыш Тони, похоже, его обожал. Ну, тут все ясно.
Так, теперь поначалу. Ну, выйдем. Харрис здесь выглядит моложе. Да. Блин, не то. Зацепку. Они все визуальные. Нет никакой другой. Ни звуковой, ни тепловой. Через твердые преграды нельзя. Я не могу понять, где первая подсказка. Опознать не получится. Отец прессовал его, будь здоров. Безликая мразь у него отец. Все маньяки, они из-за того, что их сами... Похоже на биосканер для контроля за здоровьем скота. Я говорю, всех маньяков мучили сначала или родители, или... Куда тебя опять? И них испортили. Погубили психику. К тому же в этом сне ему снится, что его детский труд эксплуатируют. Смотри, корова больна. И остальные тоже. Да. Понесло! Иди сюда! Иду! Тони, иди сюда! Что, пап? Ты ничего не забыл? Тебя спрашиваю. Я не знаю. Уровень холины метионина. Не видишь ничего странного? Что, слишком низкий? Ты должен был проверить перед школой. Чё в своё оправдание скажешь? Эта корова умрёт из-за тебя. Убьёшь её так же, как мать убил. Пап, прости меня. Не оправдывайся. Просто подкрути ей гормоны. Вот, и выключи уже этот идиотский мультик. Коровам вкалывали гормоны и антибиотики. Люди ели мясо с этим говном. Я тебе сколько раз говорил не оставлять его! Добавки для поддержания здоровья у животных. Витамины, что ли? Представьте, что то с вами так, как в первом сне какой-то. После этого жить не хочется. Кто эта женщина? Это баб какой-то? Это мать мальчика? Что за кровь? Вон, видите? Вероника Зайцева. Какая Зайцева? Она из СССР, что ли? Стоп! Вера теплая.
Теперь он мультик смотрит. Ползет кто-то. Видели, там кто-то полз по полу. Блин, это какой-то хоррор. Это еще звуковое. У него перерезано сухожилие как будто. Ну и куда ты собрался, Майк? Иди-ка сюда, негодник. Еще покалечишься. Тони о тебе позаботится. Ни о чем не волнуйся. В этом сне он уже отыгрывается на всех, на невинных за то, что с ним ранее сделали. Похоже, мы нашли, что искали. Это последнее воспоминание. Здесь его логово. Тихо, ты еще не дошли. Раньше времени радуешься. Какие-то провода. Тут часы. Час до полуночи. Похоже, Питер Пен превратил эту ферму в маленькую крепость. Горючее. Наверное, когда-то тут была заправка или что-то вроде того. Это как челоферма какая-то. Господи. Он обращается с детьми, как со скотом. Жертва. Увеличенная щитовидная железа, мышечная атрофия, работа мозга в бета-ритме. Так себе. Ты это тоже слышишь? Мусоровоз.
дает сигнал на разгрузку. Где-то рядом с Вакко. Смотри. Еще один. Я нигде не вижу Рэнди. Система контролирует впрыск каких-то стимуляторов или, может, гормонов. Это что такое? Смотрите, как странно там все светится. Это, наверное, баг вообще. Не иначе. Штемпель пожарной части. Южный регион. Отлично. Сюда подключены боксы. Где-то должен быть комп, куда подключены мины и турели. Да, он мог повредить им сухожилие, чтобы они не могли уползти. На модели фермы есть метка Петрохема. С помощью скальпеля. И что-то типа того, или он их так накачал. Своими гормонами. Ну и куда ты собрался, Майк? Видите, все в каком-то коконе, непонятно. О, осветительные вышки. На них рекламировали новый альбом Muskrex. Свет менялся каждый час. Наверное, можно уже выходить. Не знаю, Ривер. Мне кажется, тут еще что-то есть. Ладно, поверю твоему чутью. Мне кажется, здесь больше ничего нет, Ви. Ну да, скорее всего. Иди-ка сюда, негодник. Еще покалечишься? Тони о тебе позаботится. Ни о чем не волнуйся. Перенял манеру поведения от своих родителей, сумасшедших. Итак, что нам уже удалось выяснить? Мы знаем, что Харрис живет рядом со старой школой, которая затонула. С фермы виден город и осветительные вышки Аскрекс. Это в нескольких милях от окраины. Ферма находится рядом со свалкой. Это мы тоже знаем. Код доставки игры, которую прислал Харрис, указывает на пустоши. Осветительные вышки рекламируют альбом Аскрекс и меняют цвет раз в час. А раз мы знаем время... 11 вечера. Да, тогда получается, что ферма к востоку, точнее, к юго-востоку от города. Пожарная часть, которая ставила штамп, была из южного региона. Модель фермы делал Петрохем, значит, другие варианты отпадают. Выходит, мы нашли, что искали.
Рэнди должен быть на ферме Эджвуд. То есть можно ехать? Надеюсь, я нигде не ошибся. Надо торопиться. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.